Здорово, народ. Сегодня я протестировал вот эти пропики. Дал проб Fold на 7 дюймов. Хотя по ширине лопасть на самом деле где-то 6-дюймовая. Что я хочу сказать. Я полетал 3 баточки. Первую баточку я летал без камеры. Я летал в круизе типа мини-лонг-рейнджа. Где-то 8 минут с расходом 8-10 ампер. Местами даже до 6 ампер было. В принципе, ну, на баточке 1500, 4 банки. В принципе, это хорошо, я бы сказал, что, типа, ну, как бы... Мне кажется, у меня на ашках 70-45 и 70-40 был больше расходик. Точнее, 70-35, 70-40. Вот, дальше я баточку пролетел уже с GoPro 7 с тяжеленькой. У меня где-то вышло около 8 минут, 7.30, по-моему. Тоже лонг-рейндж летал с таким круизным расходом. И фристайл. Фристайл у меня всего 3 минуты на этих пробиках вышел. То есть, как бы... Ну вот, лучше их для лонг-рейнджа, конечно, наверное, использовать. Помимо этого, хочу сказать то, что, допустим, у меня кварц на прошивке Butterfly пиды стоковые, потому что я не настраиваю здесь пиды, меня, в принципе, устраивает, как он летает. Вот, как бы, то есть, летаю я на батках вплоть от 5200 на 4 банки до полторушки 4 банки. Но для фристайла я его использую редко, я в основном летаю на нем на лонг-рейндж, там, в облачка, подальше куда-нибудь. Поэтому мне неохота настраивать пиды, как бы в стойке он летит нормально, семерка она все эти какие-то неровности пидов там сглаживает, вот, но как бы я хочу сказать, что когда я летал просто без камеры, то есть пропоша было меньше, чем я летал, когда на стоковых там на 70-40 ашках или на 75 ашках там были пропоши, а здесь пропоша на них не было, но вот как-то вот так вот я могу про них рассказать.